Главное, он самокат взяли кататься. Всем привет, ребята! Мы выехали в одно очень хорошее местечко. И опять продолжаем ловить дофина. Вот такая нас сегодня погодка ожидает. Друзья, сегодня мы в деревне Рыбаки на Москве-реке. Езжай! Приехали мы сюда, ребята, неспроста. Мы здесь были с подводной рыбалкой. Глубины нам все известны. Здесь рыба есть. Поэтому сегодня мы решили попробовать ловить на фидер. Как видите, у нас здесь места-то совсем чуть-чуть. Но я думаю, нам хватит. Как говорится, где не вас застрял, там и рыбачим. В прошлый раз мы сезон фидерной рыбалки открывали в городе Лыткарино на Москве-реке. Но из-за того, что уровень воды там поднялся очень высоко, клев был, но слабенький. Поэтому мы решили спуститься пониже, уже в область Подмосковья, и попробовать здесь, какая ситуация. Уровень здесь тоже поднялся, но не так сильно, как в городе Лыткарино. Ребят, сегодня у нас будет жесткий эксперимент. Мы сегодня замешиваем, значит, прикормку дунаевскую на плотву. Карась чесночный, все это в одно ведро засыпаем. Также добавляем туда мотыля прикормочного. Все это замешиваем. И, как ни странно, мы вообще будем ловить сегодня подлещика и леща. Посмотрим, как у нас это получится или нет. Сейчас вдруг клюет уже что-то. Да какой клюет? Ну, только все. Распаковываемся. Достаем. Мы сегодня выбрали такое местечко, где у нас получается слияние двух рек. Москва-река. И с правой стороны у нас втекает в Москву-реку. Речка Гжелка. Нам сказали, что именно здесь получается яма. И, соответственно, сюда мы в эту ямку и будем кидать. Как раз в этом месте и должна рыбка стоять. Ну а в данный момент, ребят, мы подготавливаем наше удилище к полной боеготовности. Прикормочку замешали, как я говорил ранее, замешали просто бомбическую. Я не знаю, там такой аромат, просто я бы ее сам кушал бы. Надеюсь, рыбка оценит.
Вот у тебя первый улов плывет. Где? Все, уезжаем домой, да? Да не, вот она, вот она. А что тащу, бля? Коря. Утку. Какой коряк. А это первый лоб вообще отлично. Плохо тогда почистили озеро, плохо. Дима, будем менять дислокацию. Нравится мне здесь. Куда ты хочешь поехать? Куда? Подальше. Привет, ребята! Меняем место. Такая у нас сегодня рыбалочка, скорее всего, разведка. Ничего у нас, поклевок мы не увидели из-за течения уровня на Москве-реке, то, что поднялся уровень, и поклевок так и не увидели. Плюс застряли, намучились, наковырялись, накопались. В общем, отдых у нас сегодня получился суперский, с разведочкой территории и местности. По итогу уровень воды на Москве-реке пока высокий. Течение очень сильно. Грязи очень много. Поэтому условий для рыбалки в ближайшую неделю-две однозначно нет на Москве-реке. Поэтому в следующий раз едем на озеро. Так что, ребят, бывают не только хорошие рыбалки, но такие, как у нас, разведочные. Поэтому мы будем и решили выкладывать любую выползку нашу на рыбалку, чтобы вы понимали, что не всегда бывает благополучное время для рыбалки. В данный момент благополучное время только для отдыха. Для шашлыков, для еще чего-нибудь. В общем, весна полным ходом, но рыбалки пока нет. Ну, а на этой ноте мы с вами прощаемся, друзья. До новых встреч! Стой, стой! Поддержите канал, сделайте приятное человеку. Ставьте лайки и не забывайте подписываться. Отражение спешит. Ну и зачем нам эти кадры? Бух!